Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас опять вторая сторона доната на английском сервере, на русском даже не стал записывать, потому что там ничего, скажем так, интересного нет. Вот такие вот штучки мы сегодня получили, забрали средние паки. Почему забирал? Во-первых, скин на Овника, во-вторых, 1500 книг, 10 выживаний. Ну, это уже дополнительно 1500 смертушки, но они мне по сути не надо, ну и 75 камней, которые мы сегодня потратим. Так, такой вот рынок, ну ничего такого интересного, Ронинов еще забрал дополнительно, потому что потом придется сливать ради силы, ну, в принципе, все, большие паки пока смотрителей не трогал, больше ничего такого интересного не было. Поехали по ивентам пробежимся, у нас тут сегодня есть, дают вольта. Сейчас попробуем вытащить вольта. В любом случае тут плюшки получше падают, чем у нас на русском. Так, джели дали нам. Не то, что надо. Так, вторая карта, ну, такое себе. У нас есть еще дополнительные попытки, я их тратить не буду, я их ставлю, может что-то интересное будет. Золотые монетки. Только единственное добьем. Вот как раз 4 использую. Коробка. Так, окей, что нам выпало в итоге? 12 слизней, Тесса, 50 джели, карта, ну такое себе, честно говоря, такое себе. Пират есть, пират с воодушевлением, вот так вот. Так, 5 сумочек вторых питомцев, поехали по акциям посмотрим. Так, Баназа тут, по-моему, мы сейчас заберем еще дополнительно. Да. Да. 15 эмблем. Так, 250 книг. Ну, мне, по сути, они сейчас не особо уже нужны. Так, поехали в следующую акцию. Так, забрали еще 100 книг. Сюда посмотрим. У нас тут. Так, если я не ошибаюсь, здесь восьмые, да, восьмые руны, которые нафиг не нужны. Ну хотя бы ради того, чтобы посмотреть, что дальше будет. Сейчас откроем. Так, есть. Ну, что у нас следующий? Бум. Фрея. Ну, Фрея не удивишь. Меня, а тем более на английском сервере. Так, заберем уже все плюшки сразу.
Так, ну плюшек мы сейчас нормально нахватаемся. Какие-то на подземке падают. Карта легендарного героя. Пропуска, в общем. Куча расходников. Так, смотрим, что мы имеем с этой акцией. 42 гита, вот так вот. 2500. В принципе, Bigfoot. Так вот. Так. Спектора побежали еще здесь мы. Почти все. Так, ожог. Карта. Тыковки. По максимуму добиваем. Добьем до 20. Да, даже заберем все призы отсюда. Сами кидали вот так вот. Так, special gifts. Сейчас посмотрим, что тут дают. Так, так тут мы были. А это нам Bigfoot дали с этой акции. Так, ну вроде все. 10 косамов в придачу. Хорошо. Поехали дальше. Смотрим, что у нас есть по плюшкам интересного. Так, кулаки, то само собой. Так. Придется героев перекачивать и сливать. Так, коробочки. Ну, тут 12 выживаний уже есть. Вот так вот. Так, отлично. Только кому-то потом тыкнем. Так. Что еще такое интересное? Ну, это сейчас будем ролить. По расходникам посмотрим. Карты копятся. 79 эмблем уже, как видите. Пятые семерки, отлично. Открываем это, идем в роль героев. Это питомца у меня творится. Никто не подрос больше. 2220, жесть, короче. Так, окей. Поехали. Бесплаточка. Тритонище падает, самая имба. Так, ну что здесь? Махатма, Богимен. Вот такое себе. Поехали, попробуем. Седна падает сразу же. 10 осколков. Анубис. Седна. Еще одна седна целая. Повелитель будет седна. 30 буги, седна, ну что-то сегодня день седна похоже. О, ничего себе. Неплохо, неплохо падает. Асурик. Ибит. Анубис. Тут в принципе можно, думаю, собрать многих героев за раз. Кроме, наверное, Вольта, Огника. Анубиса тут точно уже собрали. Так, еще один Бугимен. Повелитель бури целый. Фрейка. Бигфут. Некроса уже 20.
заклинательница целая падает, но Анубисы, конечно, падают. Сура, Анубис, Варжей. По-моему, 90 осколков буги уже собрали. Седна, Рибит, Сурик, Стрелок. Ничего себе, даже Стрелка увидели. Рейка еще 40. Не знаю, сколько Анубисов здесь собрали уже. Но немало. Тут Рибит. Еще 20 вольта. На добивание осколков, конечно, неплохая задумка. Еще 20-60 вольта, нифига себе, 80. Ну вот так вот, как-то так. Что мы имеем? Буги целого и Махатму мы не словили вообще. Бигфута тоже, Седна ПБшка и заклинательница. По осколкам, в принципе, этого Бигфута я не видел, только, по-моему, всех остальных доставали. В принципе, неплохо. Сейчас глянем, что у нас по осколкам получилось. Так, сильно интересно посмотреть Анубиса. 920 осколков. Так, 95 не будет, да. Все-таки выпало у нас 3 раза. Так, осталось нам еще скин докачать. На максимум докачаем. Девятка, наверное, будет. Да, еще 20 осколков не хватает. Печально все здесь. Медуна осталась. И медуза, по-моему, у меня вообще не прокачана. Да, вообще скина нет. Вот так вот. В принципе, вроде как бы все. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.